половинку. Мне нравится твои песни. Лови. Англичанка гадит, гадит, гадит. Скоро Борис их вернется. Украинцы в раде ждут, чем все им обернется. Срада, 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 срада. И Европа уши не рада. Что вязалась в бой с Россией? Это сила, наша сила. Третий раз идет Европа на Россию, тратит силу, свою силу. А пиндосы за лужей улыбаются, вся Европа медным тазом накрывается. Англичанка гадит, 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 украинцы ждут, ждут, ждут. Англичанка гадит в раде, украинцы жрут, жрут, жрут. О, молодец. Так ты канал свой завел, нет? Да. Как называется? Наберите премьера канала «Град». Премьера канала «Град». Ну, хорошо. А мой канал тебе дать название? Зайдешь? Сейчас запишу, конечно. Заходи. Как? Ден-клуб, сейчас я напишу. Ага. Давай. А, момент, язык не переключился сейчас. Так. Ага. Вот, копируй. Все, все, я уже увидел. Я так, на бумажке напишу пока. Да, пока я... на бумажке запиши. И давай что-нибудь, ага. Я выложу, давай что-нибудь еще сыграй. Сейчас, секундочку. Один момент. Сейчас. Ведь мы начинали, не нам отвечать. Война всем поставит на сердце печать. Печаль, а не радость на сердце моем. Теряем друзей под шквальным огнем. Не все возвратятся в родные дома. И плачет в сторонке седая вдова. Надоели всем дожди, слякоть под ногами. Скоро солнце взойдет, ясное над нами. И будет победа, и праздник придет. К нам радость вернется, Орел идет. Захарченко, Гиви, Арсен, Моторола. В нашем строю засверкают снова. В бронзе Захарченко, на Саур-могиле, рядом Моторола. Побелиски, Гиви, все в строю одном. Павшие застыли, все, кто воевал и убиты были. Не мы начинали, не нам отвечать. Война всем поставит на сердце печать. Печаль, а не радость на сердце моем. Теряем друзей под шквальным огнем. О, респект. Ну все, я подписался. У тебя просто называется «Град». Это у тебя это, стрим? Это первый ролик, который я выложил. А. Потому что набираешь просто «Град». Ничего нет. Не, почему? Вот я набрал... А, нет, то я набрал премьера, а мне высветил сразу «Град». Ну, да, я понял. Правильно все. Да, все. А если просто «Град» набрать, то не будет ничего. А, ну понял. Ладно, заходи ко мне, у меня там вот по этому слову все будет. Понял, все хорошо, спасибо большое. Подписывайся. Ладно, все. Давай успехов. Подпишусь обязательно. Успехов. Вам счастливенько. Успехов тебе в развитии твоего канала. Всех благ. Спасибо большое. До свидания. Ну, в принципе, можем еще поговорить, раз уж встретились и связь хорошая. Чем, по-твоему, закончится конфликт в Украине? То есть, конкретнее вопрос. Какие области останутся в Украине по окончании конфликта? Ух, не знаю. Ну, минимум, что будет, по-моему, до Днепра. Ну, до Днепра и Одесса, наверное.
если задняя пробка. Ну, это 100%. Да, ну я тоже. Это прежде всего. Но это не минимум, это при хорошем исходе, я так считаю. И при этом город Днепр будет разделен на два по Днепру. На город Екатеринославль по левому берегу и место Днепро по правому берегу. Равно как и город Киев будет разделен на город Киев левобережный и место Киев правобережный. Ну, будем посмотреть. Жираф большой, ему видней. Да. Ну, хорошо, все. Да, заходи, подписывайся тоже там. Я тоже. Добренько. Все, пока, счастливо. Да, рад встрече, счастливо, всех благ. До свидания. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривают. Почему же тогда в утилитарном государстве? Украина, утилитарное государство. Правильно? Великобритания – утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них есть один ящик в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский – это какой, чей, отвечает. Они ж передали в 1922 році в Воронежскую область. А в 22 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Это русский был. Мы сделали украинскому угодному члену. Удалец! Да, да. Украина, которая была создана. Группа экономического. Улица родная.